20 километров пути, 5 часов пешего хода и несколько десятков тысяч верующих. По предварительным данным Свердловской епархии, в принципе, это видно невооруженным глазом. Это самый массовый крестный ход за последние годы. Все потому, что в этом году царские дни посвящены 400-летию дома Романовых. Сейчас на часах уже 16:15, и крестный ход подходит к площади 5-го года. И видно, что не всем верующим удается попасть в основную колонну. Многие идут по тротуарам или по противоположной улице. Благо, что движение перекрыто. И, в принципе, крестный ход сопровождают сотрудники ГАИ и ППС, поэтому пока все безопасно. О том, что чувствуют верующие в эту важную минуту, я думаю, что нужно спросить. Как говорится, России за царя, за веру, как говорится, и чтобы вот возрождение опять, чтобы возродилось вот это все. И есть такие хорошие слова ключевые. Однажды, говорит, мы, предав царя, должны покаяться пред Богом, мы, приступив закон небес, вмиг старым изгнанным народом. А нам покаяться понять, мы предавать уже не сможем, как говорится. Мы все стоим у той черты, вступив во тьму и в свет невхожие. Спасибо вам большое. Буквально только что крестный ход остановился, потому что большое количество народу, и все постепенно собираются. Конечной точкой этого крестного хода станет Ганина яма. Собственно, там утром пройдет и молебен. Кстати, все эти люди накануне крестного хода всю ночь отстояли в храме на крови. И, кажется, у них еще есть силы продолжать движение во имя веры, как говорят сами паломники. Собственно, огромное количество тех, кто идет в крестном ходе, это пенсионеры. Как они решились вообще на такой длинный путь, я думаю, что нужно спросить у них самих, потому что, я повторюсь, идти около 20 километров. Сейчас мы с ними попытаемся поговорить. Кстати, многие верующие отказываются от вопросов, объясняя это тем, что это не тот и не самый лучший момент вообще для разговоров. Но мы все же попытаем удачу. Вот, например, пойдемте сюда. Простите, пожалуйста, можно вопрос задать? Как вы решились на такой длинный путь? Вот что вами движет? Идти на самом деле очень... Вера. Вера в Бога. Но ощущение, вот благодать та, которая... Да, благодать. Чувствуется. Да. На самом деле в этом году намного больше народу. Вот как вам кажется? Мне кажется, меньше. Лет меньше? Да. А в прошлом году вы проходите? Третий год. Я второй только год пошла. А вы из какого города? Из Перми. Вы из Добрянки. Перми?